Дорогие друзья, уже очень скоро, 24 мая, в Уфе, в республике Башкортостан, пройдет юбилейная 30-я выставка «Газ-нефть-технологии». Выставка тем более актуальна сейчас, когда стоят вопросы о реальном импортозамещении и о сотрудничестве нефтегазовых компаний России между собой. Ну, где как не в Башкортостане с его широчайшими традициями такого сотрудничества, такой созидательной работы, проводить сейчас эту выставку и проводить такой разговор. Для меня Башкирия – регион, который я неплохо знаю и очень ценю, имел даже отношение к открытию музея Штурмана Альбанова. Тем более хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы посетить республику и как то место, где работает новый Евразийский научно-образовательный центр. Ну и Ассоциация «Глобальная энергия» постарается не только выступить модератором важнейшей сессии, но и обогатить повестку. А именно, за нашими плечами очень недурственный, на самом деле, самый лучший в истории за последние 20 лет номинационный цикл глобальной энергии. Ученые из 43 стран, 115 кандидатов участвовали в этом номинационном цикле. И вот сейчас у нас закончился важнейший этап – это техническая экспертиза, по результатам которой будет объявлен шорт-лист. И уже из этого шорт-листа Международный комитет будет выбирать лауреатов этого года. Мне очень приятно проинформировать вас о том, что объявление этого шорт-листа именно тех, кто может стать лауреатом этого года, все это произойдет как раз во время выставки «Газ-нефть-технологии» в Уфе, где будет представлена Ассоциация глобальной энергии. Так что до очень скорой встречи, 24 мая, «Газ-нефть-технологии».